Это новости городка Меланленд. И сегодня стало известно, что в городке появился новый вирус. Так что мы вам советуем сидеть дома, закрывать все двери, окна, так как это вирус, он переносится. То есть, если вы контактировали с человеком, который зараженный, то вы тоже заразитесь. Желаем всем удачи. Черт! Какой еще вирус, блин? Это вообще что ли офигели? Блин, что теперь делать? Ну, дверь у меня закрыта. У меня там где-то была вакцина. Не знаю, поможет ли она или нет. Так, вот у меня вакцина и арбалет. Черт, а. Так, сейчас вакцину себе вколю. По идее, она должна защищать. Хоп. И возьму арбалет. А, так, на всякий случай. Знает ли кто, что произойдет там? Так, опа. А, черт, с моей сломанной рукой, которая еще не зажила. Так, так он стреляет хоть. Да, конечно, стреляет. Черт, там кто-то стоит. Черт, это зомби, блин. Так, черт, я стреляю, блин. Я его прибил, отлично. Я его прибил через дверь, так. Так. Черт, только себе дверь повредил, да ладно. Я бы сейчас взял тот дробовик, у которого был у зараженного в руках, но он может тоже быть зараженный, поэтому я не буду его брать, так. Так, черт, там еще двое. Ну-ка, не подходи ко мне. Значит, будет больно. Черт, а тупо... На, отлично. Черт, откуда, блин? Бежать нужно, бежать! Так, черт, арбалет, давай, не подведи меня. Фух, отлично. Черт, там еще тыква, да ты издеваешься-то, а? Черт, отстань от меня, отстань. Конечно. Ну хорошо, что сейчас этот апокалипсис установился. Нужно искать погибших, выживших. Так, о боже мой. Ужас, автоматы, дробовики, стрелы. Молодой человек, как вы там? Отлично, только, блин, меня заразили. Я быстро, короче... А вы кто вообще, блин? Чего я вам рассказывал это? Мы специальная группа спецназа. Мы проверяем, потому что сейчас уже эта эпидемия кончилась. Кончилась? Так быстро? Не знаю, но она продолжалась 5 дней. Я чё, здесь 5 дней пролежал, что ли? Получается так. Чёрт, офигеть. Капец. Вам помочь? Да... Ё-моё. Фух, тихо. Фух, я пока полежу. Хорошо, мы пока еще расследуем ваш дом.